В центре Ярославля начался ремонт улицы Некрасова. Местные жители говорят, что ездить здесь последнюю пятилетку было практически невозможно. Ям было больше, чем места для маневра машин. Усугубляли ситуацию постоянные раскопки сетевиков. В нескольких местах строились дома, подводились новые коммуникации и ремонтировались старые. Теперь дорожная ситуация должна радикально измениться. Одной из такой улиц проблемной у нас являлась улица Некрасова. Проблема еще добавляла то, что здесь велось строительство жилых домов, и через улицу постоянно проводились новые сети. И она была перекопана, и, в общем-то, после раскопок ремонт достаточно плохой. Понимая значимость этой проблемы и большое количество жалоб проживающих здесь жителей, в общем, принято решение по проведению карточно-ямочного ремонта на улице Некрасова. Теперь, по словам главы района, нового строительства здесь быть не должно. На наиболее проблемном участке Некрасова от Володарского до Победы асфальт заменят полностью. На остальном протяжении Некрасова залатают отдельные ямы. Фрезеруется 5 сантиметров асфальтобетона, потом поверхность будет очищаться, подготавливаться под асфальт и, соответственно, 5 сантиметров асфальта будет. В основном здесь на картах, ну, карта им будет делаться, в основном марка асфальта будет B2, то есть с гарантией 2 года.